Здравствуйте! На государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. Делегация Республики Западная Армения была приглашена на мероприятие, посвященное 20-летию группы «Карин». Миротворцы приступили к разминированию сельскохозяйственных земель в Мартакертском районе. Восстановлен армянский храм в Тигранакерте в Западной Армении. Впервые за 100 лет отслужена литургия. Интервью с Азатом Аршакяном, бывшим членом Верховного Совета и депутатом Национального собрания. Объекты армянского религиозного наследия оккупированной Западной Армении продолжают находиться под угрозой. Отчет комиссии США по международной религиозной свободе. На что сегодня надеется Армения? Свидетельство пастора, посетившего Армению. Зимнее очарование руин Ани. Делегация Республики Западная Армения во главе с президентом Арменаком Абраамяном приняла участие в мероприятии, посвященном 20-летию одноименной группы, названной в честь города Карин в Западной Армении. Президент подчеркнул важность формирования группы, отметил, что благодаря ей сохраняются национальные танцы, в основе которых стоят движения боевых искусств. Дух Западной Армении и народ всегда будут рядом с патриотическими поступками, которые направлены на сохранение национальных песен, танцев и культуры. С ритмом каждого танцевального движения и песни в нас пробуждаются зов и тоска по нашей родине. Военнослужащие российского миротворческого контингента приступили к работам по разминированию в Мартакертском районе Арцаха. Об этом сообщает Минобороны РФ. Ежедневно российские миротворцы ищут невзорвавшиеся боеприпасы и снаряды возле демаркационной линии в Мартакертском районе. Военнослужащие по гуманитарному разминированию очищают населенные пункты и прилегающие территории. С 23 ноября 2020 года аппаратами российского миротворческого контингента очищено от невзорвавшихся боеприпасов 2322 гектаров земли, 683 километра дороги, 1937 зданий и обнаружено и обезврежено 26078 взрывных устройств. Первая литургия была отслужена в разрушенной армянской католической церкви святого Овсепа в Суркском районе Тигранакерта, Западная Армения. Спустя 100 лет под руководством архиепископа Левона Закияна, католического лидера оккупированной Западной Армении, была отслужена литургия. Выступая после литургии, Закиян выразил удовлетворение завершением реставрационных работ. Церковь, которая была восстановлена в своем первоначальном состоянии, была передана университету Диджле на 10 лет для использования в образовательных и культурных целях, при условии, что армянской католической общине будет разрешено занимать церковь в случае религиозных обрядов. В эфире телеканала «Западная Армения» бывший член Верховного Совета и депутат Национального собрания Азат Аршакян рассказал об истинных намерениях военно-технического сотрудничества, покупки и продажи оружия между Россией и Азербайджаном. Он представил ключевую важность армянской повестки дня в этих условиях и рассказал о начале возможных сложных процессов в Западной Армении и шагах по их преодолению. Комиссия США по международной религиозной свободе опубликовала отчет, в котором говорится, что условия для религиозной свободы в Турции в 2021 году остаются плохими с точки зрения риторики и действий турецкого правительства, которые создают политически враждебную среду для религиозных меньшинств. Как сообщает ТРТМ, отмечается, что турецкое правительство мало сделало для решения вопросов свободы вероисповедания. Также отмечается, что с 2013 года правительство Турции заблокировало право фондов религиозных меньшинств избирать новых членов Совета. Согласно отчету, в Турции имеют место акты ненавистических высказываний и вандализма, в том числе подстрекательства к насилию и угрозы в отношении религиозных меньшинств.
Когда писал эти слова, пастор Рене Леония находился в Армении с гуманитарной миссией, где 17 ноября произошли бои. С самого начала моего путешествия у меня была возможность встретить множество людей, в том числе несколько церковных общин, которые делают замечательную работу для нуждающихся. Я также встретил много семей, находящихся в затруднительном положении, особенно тех, кто был перемещен из Арцаха после войны, развязанной Азербайджаном в 2020 году. Я встретила эти перемещенные семьи в Сюнике, в Армении. Статья полностью доступна на нашем сайте. Руины Ани, столицы королевства Багратуни, который был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в Западной Армении, покрыты слоем снега и будут привлекать множество туристов в регион в зимние месяцы. Со дня основания в Ани строятся церкви и храмы, каждая из которых отличается красотой и исторической ценностью. В Ани есть много других ценных исторических построек и культурных ценностей. Древний город, внесенный 15 июля 2016 года в список всемирного наследия ЮНЕСКО, круглый год привлекает местных и иностранных туристов. Ани известен как город мира, колыбель цивилизации, город тысячи и одной церкви, город 40 ворот. Самыми интересными для туристов, посещающих Ани, являются церковь Армена-Пыркич, церковь апостолов и церковь Тиграна Хоненца. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.